сегодня у нас ничего не получилось. То, что радует только одно, что мы добились результата. А так по содержанию игры и, конечно, по функциональному состоянию что-то, наверное, где-то были какие-то, может быть, недоработки, потому что, на мой взгляд, мы выглядели не очень свежим. Тяжело сегодня совсем игра далась, и на моей памяти, если честно, такого как не припомню. Но я еще раз говорю, радует то, что мы добились победы. Ну, то есть считаете, что где-то подфартило, где-то сорокомытка был наверху? Ну, я считаю, что нам где-то сегодня повезло, причем прилично, и несколько раз. Плюс, конечно, Влад молодец. Он сегодня нас выручил и неоднократно. Ну, вот не хуже Арама Арапетяна. Да? Тяжело игра для нас сегодня сложилась во всех компонентах, в атаке, в обороне. Очень тяжело. Сейчас выезд у вас. Очень тяжело. Как будет? Сейчас задача отдохнуть и хорошо подготовиться к Сахалину. Ну, так. Знаем этого соперника очень хорошо, поэтому будем готовиться. Ну а там какая задача? Сыграть просто достойно или кровь из носу? Да нет, мы всегда на каждую игру, у нас такого нет, что там на ничью играть или еще. Все время хотим выиграть, ставим задачу там, от себя, в общем-то, там не подстраиваемся под соперника. Но все равно где-то будем изучать, смотреть, как они, что ну, в том году, допустим, мы поехали туда, я, наверное, фаворитами там. Шашками на голову, знаете, как хотели там первым номером сыграть, нас сразу же здесь оглушили, там пенальти поставили, один плюс еще гол, мы как первым номером. Поэтому будем думать, как играть. Команда у них, конечно, очень сильная. И они еще усилили сейчас в межсезонье. У них там и Валикаева такого не взяли, там в свое время там в Урале, в Спартаке играл, и Резникова из первой лиги. Ну, то есть, не, у них хорошая команда. Забегая вперед, можно сказать, если они будут ФНЛ, они там статистами не будут? Или все я думаю, что за выживание бороться? Я думаю, что если они пойдут в первую лигу, если они займут еще первое место, то я думаю, что, наверное, будет какая-то у них ротация состава.